по-моему. Блять, резайте быстрее, ты подольше поводи там, блять. Да я повожу, как чекни на ФК еще заодно, нахуй. Бля, я не могу. Отходите резче. Ты где рейда? Блять, хорош, нахуй. Ну все, и лежи, нахуй. Чекнул называется. Бегите сюда, блять. Тут, блять, в два тела это не заудешится. Надо подумать. Ой, не надо чекинг делать. Подходите, резайтесь, блядь. У бафы там, блядь. Такое открываю окно, блядь, со стороны левой, нахуй. Вроде чек, нахуй. Я ж не вижу, что мобы идут прямо на меня, блядь. Я, сука, закрываю окно, а мобы меня убили. Попытка номер два. Хорош. Тут не сдох. Там чулан уже собирает. Пожрание, кастуй войско. Чулан, давай скрестим струи. Струйки. Тут танится, блядь, бомжей. Может, бафа тогда с паладина. Сейчас удар волны. Мастер. Заебись, бомжи. Чё? Погнали, потом дракона мне выбьем, потому что вчера вот этот дамшка бил кафом. Фейтер меня закасать тут. Да, ну, быстрее уезьте, блин. Косарь, а у меня косарь 200. Нормально. Вот это, сука, я просто, блядь, кайфую, столько голды у меня. Косарь 200, нахуй, ёбаный. Это я просто на меня не... Можешь косарь не скинуть. Да сдох бы ты в протике, блядь. А не, у него хотя бы станы, блядь. Чинитесь на кому надо, реги запропаем. Блять, элемент про нахуй не делается. Мне кажется, он до сих пор не знает, что такое глыбы как их поносить правильно, да, Виндрам? Мастер, ты виду менял или нет? Да. Если бы он виду не менял, мы бы его не увидели. Чё, я мог бы Алису. Да если кто-то еще, ты заходил на кого-то. Да я заходил на один аккаунт и удалял свою айдишку. И на одном аккаунте, блядь, у меня дома не было, блядь, кнопки подтвердить. На работе был аккаунт на мейне, чтобы подтвердить. Странная хуйня эта работа. Надо, кстати, Алисе написать, пусть удалит мою айди у себя. Она каждый раз удаляет. Кто кого удаляет, да? Сколько знаем, удалял. Ой, специально, да? Ну нахуй ты это сделал? Кого? Нахуй ты это дыхание вот так. Да баг какой-то. Да, да, я видел баг твой. Хули вы стоите на лестнице, дрочите нахуй. Что это фигня? Не видно моба, я так подумал, надо поближе подвести. Вот и все. О, император, привет. Император, сука, Винс, лети нахуй. Сорян, не достаю, прохильский.
Ну, микстурка, пойду я завтра ДС с тобой. Хорошо. Ты на работе завтра? Я буду. Дома я завтра. Театр, опять ты что-то себе в рот запихал? А чё турбо ливнул? Ну, ебался умирать, там, или байда, я так понял, да? Турбо вернись, я всё прощу. Дискорд вышел, не турбо. Так, у нас два паладина. Вы разберетесь с бафами? Дай то попасть быстрее. Пиздец, да вы Геру, так, мы Геру так продолжим, как эту обычку, блять, выебал. Да потому что твинками позаходили, вот, все проблемы. Нет, потому что расслабили. Охуенный этот вин, Кулуза, Царь, Турбо, блядь, да еще куча народа. Ну, посмотри. Ты там на что псина сутулая намекает? Не, ну с твоей три необосной даты, я согласен. Такой чудишь. Пацаны, ля какая триня. А снять кто ты без них? Хороший холи прист. Чтоб ты понимал. Какого ты хуя все там делают? Ну и где этот наш хил? Где? Кто? Ой, ну зад не знает. Ой, ну зад, ты чё, офигел? По-любому. Ой, ну зад, ты где? Ой, ну зад, ты меня называла. Ой, ну да, а мы с тобой не пара. Дисциплины просто маловато, вот и все, ребята. Не знаю, мне на обычку похуй на вашу дисциплину. Ну поэтому и получается такая хуйня. Второй раз трэш, агрится, вайп на трэш и так далее. На мага зайти, чё вам? Вместо 2.5 часов, а, блядь. Стоп, давай заходи. Мы тут уже сколько? 5 часов. Я говорю, я вот в хэм идем, я прихожу с работы, вы там уже профсиндра. Ебать, это что, уже 11 часов по Украине? Не знаю, нет. По серверу 11. Блядь, ну один, сука, комп ебан. И каких 5 часов? Начнем с того, что мы идем 3 40 часа. Минут были сборы. Мы пока собрались, пока дошли, мы идем. Нет, ты не прав, ты не 5 часов. 5. Каких 5? Каких 5, блядь? 8-10 плюс-минус. А чем нам не споры, ребята, блядь? Вы не видите, что долго проходится? Какая разница? 5-10 часов. А где долго? 2.5 часа мы идем. Шкаф. Если скажу, сколько мы идем. Мы идем 3.5 часа. ДНМ в сумоне. А не 2.5. Тык. Царь, смотри, что это за надписи я скинул в этот, в общий канал. Вот это получаешь КД. Оператора КД. Откуда у тебя император КД? Ты не должно его быть. Тык. Подожди, не может быть. Да, у тебя КД.
Кричу ламером, пирата. Кика и наркоманы с рейда, все, пошли. Идем без него. Да. А что тебе микстуру каталик надо? Мне ничего не надо. Сейчас бы на аркана талисман забирать. Это самое, может выдать тебе сапрот? Да все, пошли какие сапроты, сейчас все захилим, тут пошли на изи. Ты что, обалдел? Прости. Мастер, может мне на приста? Не. Блять, и зачем ты запустил? Все нормально. Блять, кулак по варам дайте. Вы дадите кулак вару или будете с МП5 бегать? Бегать нет, нахуй блядь. С МП5. Шредер ГП сосал. Вообще-то каски он бафает. Я вон каски кулаки бафаю. Крик на АП просто дайте и все, и не забить. Вот, что мне тут надо делать? Я скажу. Ладно, кулаки разбавим. На второй фазе будешь меня менять, я скажу когда. Окей. У Шадра ведь не вкачаны кулаки. Пожалуйста, бафну кулаки. Хорош. Давайте в одну текстуру все, молодцы. Какая краска, я стекулак был. Стоп, не иди по гробнице, по крайней. По центральной вливайте побольше чуть-чуть, это последнее, по-моему. Есть по тебе все бафы, нахуй, сожрёт. Что ДПС, Лев? Шредер, Якутия, хороши, блядь. Нет. Просто боги, нахуй. Мы можем... Якутия. Дайте нахуй, 50 стаков, сука, наберите, бля. Здесь ваше вторжение и окончится! Никто не уцелеет! Не уходите так далеко этого, о ступени. Блять, сука, толку туда нету, так толку, блядь, еще и жопы жопы. Стоп, дамаг. Не бей, все заливай. Это последнее было. Там почти слили склеп. А, в центре. Понял. Хорош, пан, хорош. ГП. Ну
это уже, я не знаю, это уже наркомания вполне. Согласен. Бейте спокойно нахуй. БР давать? Нет. Воздушно, давай, брат. Метки спустили. Я специально сейчас озвучивать не буду, посмотрим, что вы можете. О! Не хилить их нахуй, умрут, блядь, двойной ЭГП. У нас хилы, по-моему, я и кто-то еще, прям, в склепе. Я хил. Да, хитам мне тоже в склеп. Ну, у нас 100 хила в склепе. Давай сейчас как спустится склеп, сольем и Гера. Уже лейте склепы. Гера будет после второго. После второй будет. Смотри. Трепещите, смертные! Ибо ваша жалкая магия теперь бессильна! А теперь почему? Вторая фаза, стаки, блять, не стакаем. За глыбами Зоил скидывай стаки, за каждой глыбой Зоил. Угу. 200 кп. Трепещите, смертные, ибо ваша шалка... Хорош, Тарь, взрывай боль. Да успокойся, мне 20 кана не... Отойди! Скидывай стаки и после притяжки поменяешь. Беги, малышка, беги. Веру. Забирай. Бой, да захинь. Да, забирай. Следующие разы как скинешь, сразу иди меняй. Иди. Вы чё, клоуны? Это я, клоун. Забирай. Да? Переключите склепы все. Идут. Я по склепам играю, я не играю в босс. Хлеб, разбейте в рот. Иди. Алло, сука, наркоман. С центра ушли. Скинул, да? Угу. Притяжка. Жим. Ну чё, блядь, дегенераты нахуй? Или как вас назвать, блядь? Титами. Где путаница? Я вообще её не доскал. Ты чё? Всё, можно ложиться. Китами, твоя глыба была? Да. Дело-то не в том, что глыба её, дело в том, что вы это нихуя не увидели, никто из вас там. Да то всё фигня, Войд. Три глыбы лишних было, ё-моё, я в босса не бью вообще. Причем два раза три глыбы. Ладно, там эти глыбы три лишние, не задамаживаются. ДПС до босса хватает убить. Но вы, сука, сейчас метку на китами никто не увидел, и все в ней стояли, нахуй. Не все. Ну, это уже вайп. Хуев, я видел, я убежал к херам собачьим, остальные не знаю. Мне было похуй, я, блядь, танка захиливал, который на нуле сидел, блядь. Потому что, сука, ебаные глыбы, нахуй, под центр приставится, блядь. И ты должен, нахуй, бегать, видывать стаки. Так еще, блядь, лишние глыбы. Потому давайте. Что сколько за глыбы не достает танка, если хилишь или сейчас хитится. Давайте думайте как-то. Вы все тактику знаете, нахуй. Или проговорите да. Ее, или повторите, или я хуй знает, или ебяшьте ГП, блядь. Что-то я сделайте, уже... нахуй. Убивается все легко. Казум, давай это синдром убьем и иди. Поставь две метки, нахуй, чтобы люди хуйню не ставили, нахуй.
Нет, просто... Да нет, было заанонсено, понимаешь? Я из глыбы вышел, меня сразу заморозил. Там даже не успел убить. Плюс, Ромка, ну ты смотри, что делает. Метка ставится, ты прям в метку бежишь. Потом вот это вот Windrunners, то же самое, ребята. И прям одни и те же. Ну вы можете следить за своими движениями, или вы не ориентируетесь в пространстве? Может у вас этот, как его, ДЦП, или как там, не знаю, Паркинсон? Что, в чем проблема-то? Нет, это там с другим связано. Не, ну просто это не смешно, реально. Ходить в обычку и вайпаться тут, вот мне реально не смешно, понимаешь? А Эриал умирал. Стали рыбу. Чтоб таких проблем не было, вы просто говорите, блять, вовремя, нахуй. Поставь две метки. А то, что когда синяя метка на человеке, от него, блядь, 20 метров надо стоять, чтобы вторая глыба не заморозилась, не получился второй склеп, нахуй. Вы это забыли сказать людям, нахуй? Они это не знают нихуя. Вы это не проговорили даже. Кто не знает? Покажи мне одного человека, который тут не был ни разу. Вот кто морозился, одного, вот кто морозился, они и не знают. Виндрунерс, там, хуюнерс, вот эти все дурачки, нахуй. Элемент про, знаешь такого, нахуй, шамана? Ну. Ну, блядь. Так это виндрунерс, нахуй. Ему, блядь, сколько раз рассказывали? Да можно хоть 100 раз рассказать, но если человек не хочет следить за своими действиями, ты хоть кол ему на голове тиши, ничего ему пиздоть, нечего разговаривать. Я не знаю, как вы, но я готов уже курить. Да? Давай, а чё ты, поехал. Причём здесь дисциплина, если ребята в глаза долбятся? Вот, я не понимаю этого. Блять. Не долбится, потому что дисциплина. Да это все не так масло. Дисциплина, блядь. Если ты рак, нахуй, тебе никакая дисциплина, блядь, не может. Кто смотрел дисциплина хентай плюс в чат? Вот это вот, царь, и есть дисциплина, нахуй. Твой базар тут сейчас не нужен на трае. Ибо ваша жалкая мания теперь бессильна. Я про то, что эти обычки должны проноситься вообще с музыкой, с песней. Да не обязан. Нас выкинуло одного. Его не выкинуло, но... Не спустились. Рейндж взяли друг от друга. Костелю, да, и саль в массе. Чё, блядь, по шаману попал? Сука. Бля. Сорян, Войд. Бабл кидай, хил. Не, бабл на последний ход. Да успокойся, тебя тут и 14 стаков не ваншот. Меня-то нет, вот тех долбоебов, которые 18 стаков стакают, находятся в обморожении. А, ну обморожение, да. Здесь ваше вторжение не окончится! Никто не
нахуй все поглотил, заебись. Так, Войт, ну кто ты? Чё, стажиры? Потом Войда нет. Титами, блядь. Прислать аэрил. Говорю, далеко ставят все. Нет, потому что не надо забегать хуй знает куда, блядь, наверх. Нужно метки ближе ставить, не будет такого дерьма. Еще раз говорю, не надо убегать нахуй ко льду наверх сам. Войда разбей. Че ты мне показываешь, что вы пиздец? Это дыхание. Ханта разбейте, ханта разбейте. Хорош, Роган. Хорош. Ой, вот это называется дисциплина. Пану сказали, не вот допит. БР. Я БР. А, ты там далеко. Молодец, вот вот. А где он вообще умер? Сзади там. Я не достаю там. На тебе метка. Блять. Я хрен знает где я под мордой. Я вбегал, что-то вайпнул рейд, чтобы... Ничего никто не вайпнул, разбейте РДД метку. Он, она за синдрой будет. РДД, подошли ближе, разбили метку. Ну... Конечно, нахуй, с вами это вайп будет. И нахуй его было бежать вообще резать, я не понимаю. Согласен. Нахуй он нужен был, скажите мне. Дальше вот, мы били спокойно и все. Заодно у бомжа пора. Он чё, ДПС миллион дает? Ну мне лучше скажите, когда метка там поставилась, вы что, блядь, не могли людей захилить? А чего они умирали? Вот сейчас вот. Раз-два, потому какую-то... Потому что я в глыбе был, здравствуйте. Нет, они же до этого еще померли, нахуй. Это что было? Потому что освобожденки, потому что рейд растянулся туда. Вообще, я видел, не как рейд? Я ни мага не доставал, блядь. Я уже тупо под синдру подошел, со мной их не доставал, блядь. Правильно, ты и не достанешь. Потому что Войд отодвинул босса и откинул вас сразу. И я умер. Я что, блин, канулся за босса глыбу разбивать. Откуда я знал, что он двигать будет? Я пододвинул, чтобы вы через босса, блядь, били глыбу эту. Там танк. Вы лежите, кто вас резать будет? Пожирание, возит. Ну да, то, что побежали, блядь, резать, конечно, пиздец. ХПС хуйня какая-то, блядь. У вас чё, холипал, холиприст, эрдру и ДЦшник хилит, что ли, и всё?
Я не Линкани хпс поглоты им, пожалуйста, назад. Да тут как бы до пизды поглоты, блядь. 4 хила вы идете, что ли? Да. А нахуя это вам надо? Мне как бы да поебать. Да причем ты... Мне где ты бы... видел, что... Мне как бы поебать, о, но люди-то умирали сейчас. Ты понимаешь? Люди умирали, что? Нахуй, умирали. Из-за этого Войд, блядь. Из-за чего они умирали? Их нельзя... Ну, из-за чего они? О, что, блядь, глыба, нахуй. С той другой стороны. У нас, блядь, РТДшники бегут, нахуй, к Синдре, блядь, прибегают им за спину какого-то хуя, блядь. А милики почему упали? Путаница, раздавака, это ж милики. А, ты хочешь сказать, почему, блядь? Путаница, нахуй, 15 стаков, блядь. Ёбаный этот, нахуй, раздавака, блядь, стаки, нахуй. Пан, нахуй, стаки, блядь, побежал в конец комнаты. Нахуя, не КП, знаю. Нахуй, хули. В ХПС вообще проблемы нету. Абсолютно причем. Не, ну я хуй знает, ну 11 тысяч от обморожения. Вот неужели вам надо проговорить тактику? Вы тут мало посидели, да? 4 часа для вас мало, нахуй, да? Хотите здесь 6 посидеть? По-русски говорю, нахуй. Обморожение, 4 стака милик набрал, стопаешь, нахуй. Это надо ебанутым пидором быть, чтобы не понимать это, блядь. Я же по-русски это говорю. Не по-китайски вам. Вы же, блядь, русский язык понимаете? Еще раз повторяю, для миликов. Конкретно раздаваки, блядь, там, роги, нахуй, путаницы, блядь, пожранию, всем остальным миликам, нахуй. Кто бьет босса вплотную. Обморожение возле категории, блядь, 4 стака набралось, стопайте. Что, сука, это не понять, что ли, или что? Пиздец. Сложно, сложно. Почему так сложно? Следить надо. 4 хила, 4 хила. Стопаете нахуй вы на 4 стаках. А не 15 делаете. Мне вообще поебать, блядь, да какие у вас там. Ну это захилилось. Во-первых, они сдохли от стаков не только потому, что они набрали дохуя, а то, что в зоне хила их не было. Они убежали за ту за босса. Пока до них дойдешь, на мне кинулась глыба. Уже хилить минус один, уже втроем. А ребята не следят просто за своими действиями вообще. 4-6 раздавака, нахуй, и стопаешь. Не ебет вообще, блядь. Ни ВФ твое, ничего не ебет, нахуй. Сдох сейчас я Джайн, я... вам далеко, блядь, я смотрю. Да хули. Прислай. Какая тут Джайна, господи, тут, блин. Я не знаю, как мы Лича убиваем вообще. Пуляем. Садимся, хаваем хавку, блядь. Мидрунерс на полу не вижу. Ты от кого-то видишь на пол? Хантон? Ну, от Хантана вроде другого. А я дрон не видишь? Я почему-то не вижу. Интересно будет, нахуй, посмотреть, кто из метров. Вот, блядь, когда на циркуле не было метров, как вы, блядь, там вообще били все люди? А тут вам уже настолько, блядь, оказали, не все, нахуй, метки поэтому не ставили. Здесь
Я бы тебе сказал, конечно, чтобы ты геометрию получил. Здорово. Ты побежал. Его нюхами это убивает. Еще один. Да нет, там за ШП иной раз ловишь, потому что знаешь, что отхилишься самостоятельно даже в следующем. Я конечно думаю, что Джованни это делает не из-за этого, а потому что он просто слакер, но... Сейчас дам тебе. Пан, остановитесь, 11... 14 стаков, 15, 16, 17, давай, еще, давай, да, давай больше, 20, мужик, вообще, вот это, настоящий мужчина. О боже, какой мужчина. Таунт поставь поудобнее себе, чтоб вот такого не было. Кстати, еще вот хочется сказать, на синдре мана почти не заканчивается. Так, освобождем. Пожрание, путаница, хан. Слепые, видать. Походу не придется озвучивать. Пожрание. Куда падает глыбы нахуй, да? Да озвучиваю всегда, ну господи, они ж, ну, блин, ну, предаты ранда такой. Глыбу слепые. Заебали нахуй. Теперь бессильно. Кастеров мало. Меньше стаков на. Просто вторая фаза. Пошла вторая фаза. Первая глыба пошла налево. Ну хоть кто-то налево. Зашли, скинули, стать. Сейчас забирать будет? Да. Каждый раз скинул, поменял. Так он не скинул. Ну как скинет, поменяет. Шреддер цен. Разбили эту. Дубовую там дай. Не бейте, дайте им скинуть. Иду. Влево, метка, туда. Метка. Все, стой здесь, стой здесь. Цилан, дай Бертон. Прохил Войда. Да что ж... За это скинешь. Тестиэль, гимн на хп, е гимн на хп. Покойся, отлично.
Че, может Геро дать? Да, Гера, давай, Геро. Уже давай. Прятались. Мах. Милик. Ну вон, смотри, тело бегает. Пожирание, отойди. Подхиньте, умру. Дайте. Отойдите Милик. Немного от глыбы. Лоузи. На ману кости. Что ж так далеко встаешь? Дальше глыбу поставил, чтобы мы вообще в дворам бегали. Блин, пинхунтер! Сейф меня, я сейчас сдохну. Иди. Иди, иди. Хильте хорошо, дефов нет. Хант, метка. Ага. После притяжки на меня. Мишку захильте. Прости. Иди. Хильте на фул хп. Вот ты навешаешь жизни цвета. Где сер? Утя. Луча. Все, лучу не разбиваем, просто этот, бейте босса. Глыбу это долейте. Еле долейте и фул ДПС босс. Метки просто выносим. Забейте нас, пойдем. Них Кинг Айс, Кинг Айс ушел. Кинг Айс, отойдите от этого дурака. Все, можешь не менять. Сейчас я умру нахуй. Бабл. Все, выебать, да. Джава не разбей. Сколько там мастер хвс или наконец? Простейший босс, просто блять. Да просто в глазки долбятся, ребята, господи, что простейший, конечно простейший. Тебе муж простейший, мне простейший мастер, а им сложно, кнопы тыкать надо. Вон пан сколько играет, да вообще похуй, сказали стайки не набирать. Это знаешь? Я то дело смотрю, 11, 12, 20, молодец. Как знаешь, это карикатура, вот как челики с X1, вот. Мой коллектив, с кем я играл, захожу в группу ВКонтакте, там у них эти мемы, короче. Ну, типа, приходят фуги на профа, ну там, релит наш челик с гильдии, там, ну и какой-то друид, там, неважно, там, хил, не хил. Ему говорят, там, ресни, называют ник, там, а он такой, и его карикатируют, короче, пародируют, вот. Говорит, челик такой сидит, у него слюни изо рта текут, короче, мамка ложку с хавчиком в рот дает, ну сам дебич не может хавать. И он такой спрашивает, типа, ну этот челик, типа, а где он, типа, блядь, я не вижу трупа, ебать, ну такая хуйня, типа. Да из разряда, типа, укус не могу передать, нахуй, не вижу, нахуй, выйди, ебать, сука. Аддон, блин. Из разряда меня мама на этапе родила, когда батю в хате опер уложил. Пиздец, есть аддоны, есть, блядь, этот, кто он? АУЕшник на пане, господи, 20 стаков. Есть гайд от Войда, нахуй, открываешь кнопочку О, блядь, вытаскиваешь, ну, рейд, вкладка, вытаскиваешь группу 1 левой кнопкой мыши, перетаскиваешь на экран, блядь. Столько гайдов уже есть для людей, чтобы, блядь, видеть рейд, нахуй, они, блядь. Как так не видеть рейд вообще? Кем-кем? Магом кем? Хитами.
Да бы от шамана не отказался, конечно. Тебе на шамана не надо, ничего с лича. Да мне только репа нужна и все. Так а чё, пошел бы шаманом, я бы не отказался, чтобы ты меня похилил. Щиток от тебя, волна исцеления, цепуха не лишняя будет. Да все нормально, мастер захилит. Да я понимаю нормально, нахуй. Я просто, блядь, не БДК, нахуй, с 1000 прожимок, блядь, а про товар с 2 прожимками. Тебя мастер покусал? У меня своего отхила нет, я не БДК, еще раз говорю. Короче, ну, я за то, чтобы ДНМ похилил шаманом. Ты сам смотри, хочешь, не хочешь, но я был бы рад. А зачем там тут хил, если я, блядь, 100% уверен, что Виндранерс и Ареал будет заливать оскорнение во всем рейде? Так нахуй скажете вовремя. Короче, я один вайп и все, я ухожу. Мне уж тут реально уже башка болит от этого рейда. Потому что флут или что-то еще, а, блядь, потому что вот эти вот тупники вообще не нужны. Ну зачем они, я не понимаю. Кому сейчас легко, блядь, царь? Начальникус у вас здесь, в 8-й группе почему-то. Начальник всем кулаки разглядывает. Миксрук, ты зайдешь, нет? Могу зайти, ну, да. Просто зайду. Я тебе говорю, я себя поувереннее бы чувствовал. То, что мало ли что там, мастера схватит Валька, и мне пизда придет от жнеца, блядь. Да не придет тебе пизда, заходи, у нас свой нузак. Пускай зайдет лучше. Заебали, ну давай, я тогда в этого. А он шпшник, давай. И ДПС больше будет. Нершама никто не отменял еще, блядь, цепухи. Кингхайс и... на царя обезьян МК кидай. Цепухи, волна, блядь, и щит на танка, нахуй, это, ну, 3 топ способности, блядь. Это все-таки лич, блядь, а не РБК. А какая разница? Блядь. Про товару надо, чтобы его заебись, хилы хилили, хорошие, красавчики. По мне, самый ватный это паладин. Больше всего его. 4-5, он самый сильный как раз. Кто-то от танка, что ли? Скажи это Вару, у кого, у которого 90% пало. Самый сильный это Вар. Я не знаю, блядь, их скоро пофиксят. Нет. Сука, я вообще ни одного не видел в Т5, нахуй. У меня ни одного Т5 нет. Вы там что-то говорите, пофиксит уже. Хуй там что пофиксит, сука, пока я, блядь, не поиграю. И вообще, блядь, хули фиксить. Наоборот, тапать надо, нахуй. Скал, поставьте, присумайте как. Лука нету, лечу. Лока нету, а у меня, заебись, перекур. Короче, одену. О, давайте-ка. Я мастерство сниму, турбы нету, никто не сорвет, я думаю. Это самое. Есть, а... как оно называется-то? Короче, мне надо камень на 54. 54 камень стамины, надо намутить как-то. Это полироль нужна, зефирит. Есть у кого-то? Зефирит, не могу, полироль нет. Синяя полироль у кого-то есть? Я все на уке, да. Ну, блядь, посмотри. А, тебе портоваться надо. Там вон Кингайз был бы, он портал поставил. А сколько на уке синяя полироль стоит, посмотрите. 2к. Нихуя что-то дохуя. Слышь, 2к, блядь, а что ты 2,5 пишешь? Заебал. За 1500 куплю. Тебя. За то, что наебать. Раздавака, какого хера ты в Долоране делаешь, можешь сказать? Он мне полироль ищет в банке. А, ну это не, это как бы да, это в 12 часов ночи надо заниматься этим. Я с вами согласен. Бля, да хорош. Но уже столько серебра этого, что пиздец.
все, ой, ну зад хорош. Да, блядь. Я смотрю, у меня шмот тут. Чё там, кто зефирит на гранит? Столько есть у тебя где-то? ГБ это не А что тебе, что тебе? Ну, на этот, на стамину 45 и сейчас полироль. Я могу. Сейчас этот полироль принесет шаман. Нет. Чисто последний камень надо в этой в огнестрельном поменять на 54. А, три камень есть у тебя? А чё ты, сука, сразу отмен кинул, а, блядь? Он мне медь давал. Не тебе медь дал, он мне, блядь, серебряники дал, потом сука, серебряники, да, да, да. Да он наебует. Наебует. Так, рыбу надо в ГБ нахуй закупить. О, шреддер хорош. Тут шреддер нормальный, пацан. Не вижу рыбы в ГБ. Заебись. Все, короче, этот камень есть у меня. Шреддер сделал. И эту полироль ты принес? Где ты там бежишь? Он залетел от ЦВК. Ах, почему, почему, почему? Светофор зеленый. Все потому, 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 что был он в жизнь влюблен. Все бегут, 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 и я бегу. Я бегу. Да. Сейчас он проткнется, смотри. Хотя уже заканчивать эту музыкальную паузу. Окей, спасибо.